Мое почтение, друзья. Меня зовут Флаш Фрейдер. И знаете, что мы сегодня будем делать? Сегодня мы пытаемся не засмеяться. Что? Что? Сегодня у нас не засмейся. Челлендж. Челлендж. Все знают, что такое не засмейся челлендж. Мы будем смотреть веселые видосики, но, как по мне, это полнейшая ерунда. Серьезно. Мне кажется, я увидел столько всего в интернете, что я не смогу засмеяться вообще ни над чем, если захочу, конечно. И мне кажется, что я не смогу найти тот видос, который бы рассмешил меня по-настоящему, понимаете? Ну, может, который заставил бы меня улыбнуться? Может быть. Я сейчас лопну. А как найти смешной видос? Мы просто загуглим «Попробуй не засмеяться». Невозможный челлендж. Честно говоря, я просто сидел 20 минут и искал смешное видео. Серьезно. Это было очень тяжело. Я просто сидел и смотрел 20 минут отборного, лютого, баянистого шлака из Ютуба. Это было очень тяжело, очень. Но вот, наконец-то, я наткнулся на AskReddit, и здесь вроде как с AskReddit пошло оригинальное «Не смейся челлендж». Окей, не смешно. Ерунда. Да, это настолько старое видео, что я даже не знаю. По-моему, его даже моя бабушка видела. Хорошо, что я отсмеялся над этим видосом еще давным-давно. Это такое трешак. Это не может быть. Это нечестно. Это читы. Это нечестно. Они просто взывают к моим старым чувствам, понимаете? Когда у меня только появился интернет, и эти смешные видосики появлялись. Окей, это были читы. Так нельзя. Так делать нельзя. Ладно, все, поехали. Твою ж мать, ну, типа, я засмеялся, и что? Теперь я должен мягкую игрушку сожрать? Fuck! Дай мне маленькую мягкую игрушку. Не точно. Окей, это были читы, серьезно. Ну, может быть, немножко было смешно, ну, капельку. С этого момента мы не будем смеяться вообще. И если мы это сделаем, придется сожрать лицо этой совы. Нет! Ну сейчас, Эвен, приступим. What the fuck is taking so long? Remy, come. Remy, sit. Speak. Fuck! Good boy. Не смешно. Все хорошо. I will demonstrate for you my abilities in the art of self-levitation. Чувак, что с тобой не так? Зачем он туда пришел? Я думаю, что специально таких чуваков отбираешь, чтобы было забавно смотреть на все эти шоу. Серьезно. Нет. Нет! Осторожно, мужик! Извини, Савёнок, но я должен сожрать твое лицо. Блин, это оказалось действительно труднее, чем я думал, серьезно. Окей, ребят, давайте на этом закончим. Это оказалось труднее, чем мне представлялось ранее. Тем не менее. Но это были читы.
Окей, мы все согласимся, что это было читерство. Серьезно. Такие смешные видосы простым смертным не снять. Это происки самого сатаны. Ну, правда. И спасибо, ребят, что были со мной. И делаю свое дело, ребят. Ставьте лайки, комментируйте, где вы засмеялись. Я, пожалуй, посмотрю этот видос еще раз. Бой!